полез туда. Спустился и голову налево, и все. Шахтер умер на рабочем месте. И мы слышим, семьи погибших, пострадавшим или потерпевшим выплачено там миллион там, с организации. Метро происходит, где-то происходит. У нас несовершеннолетние дети. У всех троих есть в семье по двое детей, они несовершеннолетние, нам их нужно вырастить. Отцов сейчас нету, кормиться нету. Поэтому то, что мы требуем, это кажется, ну, не кажется, мы знаем, что это вполне законно, на законных основаниях. Мы считаем, что раз наши мужья погибли на рабочем месте, мы вправе требовать, чтобы руководитель предприятия возместил детям погибших этот ущерб.